Сегодня у нас открытие сезона, первый турнир этого сезона, второй этап Гран-при Атака, финал которого состоится в декабре. Приятно, что приехало много людей, больше 300 человек, несмотря на то, что начало учебного года. Достаточное количество клубов, прошло лето, несмотря на это, ребята показывают достаточно высокий уровень технический. Видно, что для очень многих лето прошло не зря, а все-таки тренировались, ездили на сборы. Я знаю, здесь присутствуют ребята, которые были на сборах за границей. Также тренера, которые были на сборах, тоже делятся информацией. В этом зале впервые за многие годы мы стартуем. Зал большой, светлый, просторный. Между коврами достаточно места. Этот год начался на позитиве. Мы, как организаторы серии турниров Гран-при Атака, со своей стороны всегда стремимся к тому, чтобы соревнования проходили в просторных залах, в хорошей атмосфере, с хорошим судейским составом, с хорошей технической поддержкой. А также стремимся к тому, чтобы была представлена вся Украина и не только Украина. На наших соревнованиях приглашаем лучших спортсменов. И эти спортсмены растут на наших турнирах и впоследствии представляют нашу страну на международной арене. На данном этапе нету некоторых представителей и нашей команды, и Украины. Они находятся сейчас в Швеции на чемпионате среди молодежки. Надеюсь, достойно покажут себя и защитят цвета флага Украины. Совсем недавно, месяц назад, я вошел в состав команды Андрея Васильевича Долгополова, поэтому этот турнир в качестве тренера этой команды для меня дебют. Турнир очень хороший, много молодых бойцов, на которых интересно посмотреть, как они и что они работают. Интересно посмотреть, над чем работают тренера. Спортсменов достаточно, хороших тоже очень много. Турнир организован на очень хорошем уровне. Для меня, как для тренера, это опыт, который я получу на этом турнире, он будет играть очень большую роль в дальнейшей карьере. Сьогодні приймаємо участь у другому етапі всеукраїнської серії турнірів «Гран-при Атака», що проходить в Харкові. Це є першим осіннім відкритим турніром у новому навчальному році. Звичайно, це перший мій дебют у новій команді, всеукраїнський дебют. Надзвичайно хочеться, щоб він був вдалим. У зв'язку з тим, що на даний момент Андрій Васильович як старший тренер на чемпіонаті Європи серед молоді у Швейцарії, сьогодні секундувати спортсменам я, і хочеться, щоб вони відчували в мені опору, підтримку. Попереду у нас ще багато спільних стартів, спільної роботи, багато спільних перемог. Тому це завдання на даному етапі важливе для досягнення поставлених цілей. Цілі високі, проте цілком реальні. Ще раз дякую Андрію Васильовичу та всій команді за теплу підтримку, надану можливість розвиватися мені у цьому клубі.